Правоохранители и Минздрав рассказали, как будет организовано празднование Нового года. По традиции, в эту ночь будет изменена схема дорожного движения вблизи массовых мероприятий, и свои поездки спецслужбы рекомендуют запланировать заранее. Для столицы карта объезда, а также места парковок и стоянок будут опубликованы уже в ближайшее время. Также большое внимание будет уделено безопасности гостей и жителей столицы, которые в это время планируют выйти на улицу. Личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы, будет увеличено количество патрулей на улицах, места проведения праздничных гуляний будут взяты под особый контроль, организованы пункты пропуска, значит, граждане смогут попасть в места гуляний непосредственно после прохождения досмотровых мероприятий. По традиции, самые массовые праздничные гуляния будут организованы в столице. Это площадки возле Дворца спорта на Октябрьской площади и возле Национальной библиотеки. Они пройдут с 11 часов вечера 31 декабря до 4 утра 1 января.